Всем привет, друзья! С вами Неломоб и маленькая овечка, вот она, по имени Цезарь. Сегодня мы поиграем в Portal Bridge Constructor, или Bridge Constructor Portal. И мы остановились, по-моему, на 44 уровне. Сейчас посмотрим. Да, 44 левел у нас на счету. Поехали. Называется уровень художник-кубист. Если вы любите эту игру, не забывайте ставить лайки. Будем в нее почаще играть. Не забывайте, приведи дочку на работу. Это идеальная возможность для нее принять участие в слаломе на тестовых машинах. Так, что нам тут нужно сделать? Давайте смотреть, анализировать. Машинка нажимает на кнопку, машинка летит, машинка врезается в кубик. Тут какая-то машинка еще едет. Ага, тут съехала вниз машинка. Что я сразу вижу? Что мы здесь врезаемся в кубик, и мы тут где-то должны его как-то перехватить, что ли? Как-то вот, может быть, вот так? Как мы можем тут его так удержать? Вниз, наверное, надо строить. Ну, давайте вот так поставим. Здесь тоже какой-то портал должен быть. А для чего? Машинка ведь как летит. Но это будет держаться сейчас или нет, конструкция? Тест. Нет, она гнется. Не получается ее удерживать. А если мы, к примеру, здесь натяжку сделаем? Тест. Ой, тут нету опоры для нее, да? Опору. Тут должен кубик нажаться. Машинка. Давайте еще раз машинку. Как летит машинка, я не понял. Она взлетает здесь, ударяется. Вот здесь должны мы как-то ее словить, да? Чтобы она поехала сюда. Ага, кнопку нажмем, машинка заедет в портал в синий. Понял. То есть, а кубик наш долетает. А, я не вижу, кубик долетает или не долетает. Значит, мы должны организовать здесь внизу какой-то мост. Что мы можем сейчас тут построить интересное? Кубик летит сюда, машинка тут выпрыгивает. Мы можем здесь сделать вот такое что-то. Вот. Так, возможно. А тут немного не достает, кстати. А так достанет? Не достает. Опа. А вот так достает. Так, тут мы сделаем вот таким хитрым способом. Так, это пока убираем. Тут будем сейчас укреплять это все дело. Мост делаем. Мостик. Такс. И вот здесь финальный, так сказать, аккорд. А, тут немного не достает. О, теперь достает. Раз, два, три, четыре. Пробуем сделать устойчивый мост. Даже чуть повыше поднять. Ага, тут не достает. Так, тест. Держаться будет? Держится. Хорошо. Теперь осталось просто это даже убираем. Вот это дело. А тут сделаем раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Тест. Держится. Как летит машинка? Теперь надо посмотреть, как летит машинка и выдержит ли тут падение машинка. Так, ударяет, кубик туда подбрасывает. Машинка тут... Ага. Выдерживает мостик, но тут не долетает немного. Значит, надо вот так построить. А теперь, как будет у нас конструкция, выдерживает это все или не выдерживает? Летит. Вот пинает кубик сверху. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мост-то не выдержал такого сильного падения. Значит, смотрим, давайте еще раз. Где летит машинка, где лучше всего ее подловить? Она набирает очень большой вес, когда падает. Вот ударяется. Где-то вот здесь бы неплохо бы словить машинку. Вот на этом положении. То есть, если мы... Построим здесь уже вот такой вот, получается, такую вот конструкцию, чтобы мы могли, получается, именно вот тут как раз машинку и словить. Такс. И, по идее, тут она должна как-то понемногу съезжать вниз. Машинка наша. Тут она, наверное, врежется. Тут мы должны как-то вниз допустить чуть-чуть. О! Раз, два, три. То есть она тут должна спускаться вниз, я так понимаю, машинка наша. Оп, то есть вот так, тест. Но мост красный, я боюсь, сейчас все ничего не получится. Ладно, я запускаю и смотрю, что происходит вообще здесь. Бумц. Бьет, пинает, машинка приземляется, едет, врезается.
доезжает хоть до конца? Нет, она тут врезалась. Это наша была большая-пребольшая, скажем так, ошибка. Так, а вот так ехать. Запускаем. Поехали. Бумс. Машинка тут ударяется. Пинает мячик этот как будто бы. Коробку на самом деле. И в принципе нажимает и открывает для нее путь. Куда она там дальше выезжает? А, на выход в принципе она выезжает. То есть одну машинку мы пропустим. У нас еще тут другие машинки есть, между прочим. Что здесь происходит вообще? Тоже непонятное пока что. Ой, очень слабая конструкция на самом деле внизу. Очень слабая конструкция, и тут все рушится. Это неправильно, так не должно быть. Но не должно все ломаться. Мы должны как-то придумать конструкцию такого плана, чтобы она была крепкая, устойчивая. И, наверное, это все неправильное. Так, пробуем это все поубирать. Вот здесь, в принципе, хорошо. Здесь машинка ловится. Ой, машинка, кубик ловится, нажимается. А вот тут что-то я нахимичил на самом деле. Смотрим, что тут я наделал. Тут какую-то можно сделать, мне кажется, покрепче конструкцию. Вот как-то вот так, возможно. Опля. И здесь что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Вот так, наверное. И вот так. 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 Так, смотрим. Будет ли оно держаться хотя бы? Ой, оно все заламывается. Значит, очень большой вес, очень большое напряжение на эту конструкцию. Вот здесь нету никакого крепежа. Так, тест. Тут все рушится у меня. Тест. О, держится. Хорошо. Тут хорошо, тут держится эта штуковина. Вот здесь машинка, когда будет лететь вверху, куда, да куда она долетит, интересно, теперь? Ладно, пускай мост трушится, пока он меня не интересует. Тут у нас ударяется, и машинка бы, вот если бы здесь уже ловилась где-то, вот где-то здесь уже ловилась, чтобы плавно спускалась вниз. Как это можно организовать? Чтобы она уже... Но этот мост какой-то очень-очень-очень некрепкий у нас получился тут на самом деле. Вот здесь как бы так ловить сверху машинку было бы классно, если бы у нас получилось ее ловить. Но я вроде так только что реализовал на самом деле. Ничего не получилось с этого хорошего. Эта конструкция не выдерживает. А если так укрепить ее чуть-чуть? О, оно все тянет за собой. Это вообще неудачная конструкция. Вообще неудачная. Вообще плохая, плохая, преплохая. Так, пробуем смотреть. Вот, в принципе, здесь вроде как пока неплохо все. Вот здесь печалька. Может быть, немного удлинить. Присоединить. Тут чуть-чуть удлинить. Пока, это пока уберем. И здесь сделаем крепление вот такого плана. Хорошо. Здесь мы можем сделать, попробовать одну опорную точку дополнительную. А здесь мы примерно должны ловить автомобиль. Вот в этой, вот там, где я сейчас кручу, где-то вот здесь мы должны сделать ловлю автомобиля. Так. Ну и плавный спуск сделать для этого всего добра. Так, 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 так. Ловлю автомобиля нужно организовать хорошую. Тест. Держится? Не держится. Не держится почему-то. Тест. Ну, не держится. Ну, еле-еле держится, кстати. А ну-ка ехать. Еле-еле держится. Вот они врезаются вдвоем. Машинка летит. Вроде бы даже приземляется, открывает нам путь. Мы тут проезжаем. Но давайте хотя бы одну машинку доставим до места назначения. А здесь мы сделаем, получается, трос, что ли, поставим. И здесь тросик поставим. И тут просто соединим это все дело балкой такой. Так, можно чуть пониже опустить. Чуть-чуть пониже. Чуть-чуть. Так, еще один тросик. Только чтобы держало все. И здесь тросик. Так, и все это сделать на балке. Тест. О, держит. Поехали, машинка поехала. Первая пошла машинка. Летит. Бомц, коробку ударяем. Тут приземляемся. По идее, на выход мы проезжаем. Хотя бы... Ой! Еще ниже нужно, значит, опустить это все дело. Чуть-чуть недолет. Чутка. Так. А тут можно даже трамплин в конце сделать небольшой. Но оно же будет держаться все, правда? Значит, должно все получиться. Надеюсь, сейчас сюда машинка долетит только.
Так, взлетаем, взрезаемся, летим. Вы поехали. Поехали, поехали. Опля, открылось. О, все получилось, кажется, на выход. И таких машинок должно быть 6 штук. Ничего же не выйдет. Одну спас машинку. Ну, и что, мне ничего не засчитали? Я же спас одну машинку. Уровень пройден. Что не так? Видимо, надо... А, тут две, видимо, ехать. Нажимаешь, сразу две машинки выпускает, видимо. А, две машинки надо сразу спасти, тогда засчитает левел. Так, эта машинка здесь ускоряется. Ага, тут не... Давайте, теперь надо с этим разобраться. Как сделать так, чтобы эта машинка проехала? Тест, смотрим, что здесь происходит. Тут кубик какой-то падает. Он должен попасть на эту кнопку, чтобы здесь открылась дверь, чтобы тут тоже зашли, ехали в портал и сюда выехали в итоге. О, значит, мы здесь должны, получается, сделать проход будем. Держится, держится. Хорошо, тут кубик падает. Куда мы можем его... Как мы можем его телепортировать туда? Каким-то образом нам нужно тут построить... А-а-а! Вот тут есть портал. Нам нужно всего лишь здесь построить конструкцию, которая будет, получается, брать и направлять. И направлять, получается, наш кубик в нужное направление. Ой, чуть не то. Ой-о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 й. А, тут не хватает. Ну ладно, в принципе, должно хватить этого, если я тут так вот сделаю. Кубик будет падать просто на эту кнопку, съезжать, по идее. А ну-ка, получится? Бумц. Боу. О, как он тут хорошо вылетает. И здесь мне нужно что сделать? Мне нужно как-то так построить, чтобы он, когда тут сильно-сильно вылетает, чтобы он ударялся и летел сюда. Как тут это реализовать? Может быть, вот так? Такс. Такс. Не достаю пока что. Ладно, растягиваем по максимуму. Смотрим, как это можно соединить. Ни в какую, да? Тогда надо угол по-другому чуть-чуть поставить. Так, и соединяем. Так, здесь что-то будет держать. Здесь должны отбиться и улететь. Тест, оно держится хоть как-нибудь? Никак не держится. Пускаем, значит, ниже. И тут еще ниже. Пробуем как-то насоединять. Пробуем насоединять, чтобы оно было устойчиво более-менее. Держится? О, держится, хорошо. Смотрим, кубик вот этот летит. Сейчас мне с этим кубиком главное разобраться. Оп, бумц. О, видите, как хорошо отбилось. Но все равно... Ага. Эта машинка должна здесь как-то на трамплине быть, получается. Выпрыгнуть. И пролететь. Куда? На прыжке своем пролететь туда. И тут... А этот кубик должен тут нажать на кнопку. Боже, какой тяжелый уровень, капец. Что такие уровни сложные делать-то? Как... Ну, там как-то рассчитать эту вот штуковину как-то. Здесь должен быть какой-то... Как это реализовать? Чтобы здесь ударялось оно все-таки. А здесь, чтобы был трамплин. Как это сделать? Капец. Чтобы оно тут выпрыгивало, машинка себе летела. Летела, как сумасшедшая, туда куда-нибудь туда. Далеко, далеко. Так, надо это как-то удлинить, что ли. Что ли? Такс, такс. Тут машинка будет выезжать, разгон, улететь. И надеюсь, что здесь... Нам понадобится какое-нибудь тоже, наверное, такое хитрое строение, чтобы мы тут могли себе успешно ее словить и отправить туда, куда нам надо. Будет держаться, хорошо. А здесь, получается, кубик выпрыгивает, но здесь должна быть конструкция определенная, А вот здесь уже можно играть, по идее, углом. Так, то есть тут мы можем уже какой-то угол себе подобрать, чтобы правильно отправить, получается, кубик. Правильно с... Он держится? Хорошо, держится. Пробуем. Смотрим, как кубик полетит. Такс. Бумц. Бумц, бумц. Как-то угол слишком какой-то не очень хороший был угол. Вот эта машинка летит, кстати. О, хорошо. Но только одна машинка, видите? Как она здесь приземляется. Она как-то... Летит и сильно ударяется. Сильно-сильно по мосту этому. И все мне тут рушит. Это мне, конечно же, не нравится. Конечно же, мне это не нравится. Так, сделаем тут крепление тройного типа. Тип. Крепление типа крест. О, так, раз, два, три и четыре. Так, тут, в принципе, очень сильно кубик ударяется. И оно тут все мне разрушает.
Возможно, здесь надо тоже сделать крепление типа хрест. И оно, получается, будет более, может быть, сильное. Но все равно как-то оно тут как-то слабо его... Слабо ударяется и не улетает туда, куда мне надо. Смотрим еще раз, как теперь ударится кубик. О, интересно. На кнопку. Есть. Оно. То есть теперь мы тут, короче, вылетаем. И мы здесь должны сделать какой-то такой трамплин, что ли? Какой-то вот такой. Так. Машинка здесь вылетает. Но у нас тут вылетает на сумасшедшей скорости. Нам это нужно учитывать, наверное. Нам нужно здесь сделать... Построить все тоже очень при очень... А, тут еще крепление посильнее можно сделать, кстати. Кстати, о птичках. Чуть-чуть пониже. А тут, короче, мы должны как-то заставить машинку нашу вылетать и ехать наверх, получается, как в космос. И тоже туда, наружу. Так, укрепляем это все дело. Укрепляем. Тест. Держится? Еле худо-бедно держится. Поехали. Смотрим, что с этого всего вышло. Так, летим. Тут кубик хорошо попадет туда на кнопку. Здесь вылетаем. Тут в портал. Так, тут заехали. О, они вдруг дружку. Ой, вдвоем. Прошли. Но теперь колонна. Колонна же сейчас тут второй раз. Колонну не пропустят. Конструкция слишком слабенькая. Вы видите, что происходит? Или не видите? Так, а что происходит? Я уже совсем потерялся. Что произошло? Сколько машинок? Одна вообще застряла. Почему эта машинка здесь оказалась? Я не понял. Еще раз колонна. Что произошло? Почему она полетела наверх? Нажалась. Тут три машинки полетели. Одна из них очень высоко, потому что не ударилась. То есть только первая машинка должна полететь сюда. То есть первая машинка должна... Ой, еще раз, колонна. Первая машинка нажимает на кнопку, и она опускается. Так, строить. А здесь как-то нельзя перехватить, чтобы только один раз нажималась кнопка. Видимо, оно постоянно будет меняться. То есть машинка должна кубик сюда доставлять. И потом это должно разрушаться, что ли? А здесь машинки потом должны постоянно через низ ехать. Как-то сложно. Что-то не могу понять, как это все реализовать. Летит, ударяется. Хорошо. Видите, что происходит? Какая-то ерунда происходит. Вот что происходит. Тут застряет постоянно еще к тому же. Но это какая? Это пятая машинка. Шестая вот здесь наверху остается. Как мне сделать так, чтобы машинка, которая вторая по счету, не залетала сюда? Вот видите, это разрушает это все дело. То есть здесь должна быть, конструкция какая-то настолько простенькая, настолько слабая, чтобы она выдерживала только одно падение ящика, а потом она разрушалась, что ли? Так, это уже не выдерживает. Так, это отпускаем. Как это должно тогда держаться? Чуть пониже. Как оно должно тут быть? Возможно, реально должна быть настолько простая конструкция здесь. Так, летит, ударяется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все большая-пребольшая беда. Четыре машинки доезжают, и все на том. Как мне тут реализовать это все дело? Фух. Кнопка летит, к примеру. Машинка тоже летит. Вторая машинка летит тоже довольно сильно. Надо понять, как летит вторая машинка. Первая летит все равно как. Интересно, как летит вторая. Вот она примерно вот на этом уровне должна как-то ударяться, что ли. И вниз ее должны направлять на втором. Тут не за что зацепиться, еще самое интересное. Не за что строить это все дело. Такс.
ты видишь, что происходит? Вообще все разрушилось. Тут что-то неправильно вот здесь. Что-то здесь неверное. Конкретно вот в этом моменте что-то неправильно. Что-то здесь очень-очень-очень неправильное. А что я пока не могу понять? Мост. Как какое-то тут надо сделать какое-то хитрое крепление, чтобы мы ловили ящик. Ловили ящик. Так, это можно убрать. Это можно убрать. Как мне здесь сделать такую конструкцию, чтобы здесь ловился только ящик и все? За что оно должно цепляться? Ну, оно же так сейчас вообще будет просто пойдет вниз, да и все. Оно должно на что-то упираться, правильно? На что-то должно упираться. Ну вот твоя опора, нижняя балка. Так, эта штуковина должна упираться сюда. Пока убираем. Пробуем разобраться с вот этим вот строительством великим. Здесь мы должны ловить, получается. Держится хоть как-то? Не. А так? Но все равно тут не хватает опоры. Так, так. Пробуем, 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 пробуем. И здесь. Тест. О, держится, кстати, о птичках. Колонна. Смотрим, что с этого всего у нас получилось. Пока что хотя бы. Бумц. О, видите, оно не долетает. Чуть-чуть не хватает. То есть, возможно, мне нужно... Ящик же сильно-сильно высоко летит. А машинка чуть ниже. То есть, если мы эту конструкцию сделаем еще выше, то, возможно, мы получим то, что как раз нам и надо. Значит, нам нужно строить еще попытаться выше. Ну, максимально, конечно, высоко. Нужно поставить еще выше. Ящик должен долететь, по идее. Так, так. Только ящик, и все. Тест держится. А ну-ка, колонна. Чтобы машинка туда не зацеплялась. Только ящик там туда долетал. Так, вот, ударили. И, по идее, должно долететь. Вот. Видите, что произошло только что? Ящик почти зацепился. Тот. Стоп, 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 стоп. Ящик почти зацепился. То есть надо попробовать поднять еще чуть выше. А выше чуть не получается. Здесь чуть выше. Ну вот так. А ну пробуем. Главное, что сейчас спасти ящик. Разобраться, как спасти ящик. Главное сейчас. Ой, он сейчас не долетит. Строим, 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 строим. А, тут можно сделать такое вот крепление хитро-мудрое. Так, пробуем. Чтобы ящик туда зацепился и нажал на кнопку. А чтобы машинка здесь не зацеплялась. Пнули его. Ага, не долетает. Не хватает, не хватает. Но делаем, делаем не так. Делаем рискованный поступок. Чуть больше будет у нас балок. Ничего страшного. Так должно, по идее, хватить. А ну-ка, смотрим, ящик теперь зацепится. Летит, летит, летит. Ящичек, ящичек. Все равно не хватает. Ну что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Ящик, ты что такой противный? Вот так. А ну-ка, вот теперь... Должно, по идее, хватить. Ну, пожалуйста. Только чтобы машинка не зацепилась здесь. Ящик должен залететь, как баскетбольный мячик. Оп. О. О. Хорошо. Вроде бы получше уже. То есть, если мы сейчас еще тут немного поиграем, немножко повыдумываем, то будет вообще все хорошо. Это вообще песня. А ну-ка. Хоть бы не зацепилась только машинка. Смотрим. Бумс. А вторая? Главное, что вторая не... О! Отлично, отлично, великолепно. Теперь здесь нам осталось всего лишь словить машинку. Словить автомобиль. Так, 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 и так. Тест. Держится. Укрепляем это все дело. Укрепляем. Ну, я тут... Тут мне очень не нравится, что здесь очень такой спуск получился. Пробуем вот так сделать. О, а ну-ка, тест, держится?
держится. Колонна, а ну-ка смотрим. Получится ли машинку сюда запихнуть и спустить вниз? А ну-ка. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, я не рассчитал немного. Кстати, вторая машинка долетает, первая не долетает. Видите, они тут нормально все. Они немножко застают, но в принципе получилось все. Значит, первая машинка, нам главное понять, куда она летит. Первая машинка, куда она летит. Вот, вот здесь примерно ее нужно словить. В этом месте. Что-то мы убираем. А здесь строим для нашей машинки ловку. Ловка для автомобиля. Это можно пускать вниз. Тест держится. Ой-о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 й
Тест. Держится? Ну, еле-еле держится. Мне кажется, она не выдержит. Конечно, настроил всякой такой ерунды. Так, смотрим. Первая машинка. Мост все-таки... А видите? Вторая все-таки начинает почему-то врезаться уже в вершочек. Потому что начал шататься мост. Потому что начался шататься мостик. Мостик начал шататься. Как это реализовать? Это довольно сложно реализовать. Нету опоры. Машинки-то все в порядке с машинкой, но опоры нету. Это беда большая-пребольшая. Так, так. О, немножко держит. Много держит. Немного получше, чуть-чуть упирается. Но мне кажется, сейчас все равно все рухнет. Посмотрим. Так, первая машинка. Вот. Бомц. Раз, два, три. О, по-моему, получилось. Вот тут только буксует чуть-чуть. О, по-моему, мы прошли. По-моему, прошли, только осталось вот тут чуть-чуть помочь вот здесь машинкам. И все, и кажется, мы прошли уровень. Наконец-то, наконец-то. Ну, чуть-чуть это опустить. Чуть-чуть. Все, по идее, прошли. Фух, сложный уровень. Ну, очень сложный, я вам скажу. Сложный и пресложный. 44-й. Я не ожидал, что он такой реально будет сложный. Вот тут у меня конструкция, конечно, такая гибридная немного. Вот тут они у меня все в порядке. И на финиш! Ура! Шестая. Давай. Жух. Молодец. Фух, это было чрезвычайно сложно. Я его уровень почти полчаса мучил. Но если вам нравится, как я мучаю эти уровни, то не забывайте поддерживать меня. Увидимся в других видеороликах. С вами был Неломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. Всем пока-пока.